Но говорится только искренне. А вы же знаете, Александр Григорьевич, что я всегда говорю искренне. Ну, вы можете сейчас немножко смикшировать. Говорите, как вы думаете. Я тогда скажу, как вы начали ваш урок из прелюдии. Правду тоже можно сказать по-разному. И когда мы слушаем человека, мы можем сказать ему тоже по-разному. Можно вспылить, обидеться и сказать: «Пошел вон».